мне нельзя задать 5 минут, вам можно сход. Подлетаешь там, я не вижу просто. Да-да, точно можно. Виноват, супер. Ухо, парни. К черту. Ты пошел, Маур? Да-да-да. Все, разгоняйся. Деревья. Я взлетел, взлетел. Я тоже. Наметчики, а вы на дальний? Дальний. Слушайте, а притормозите немного, я с вами поеду, а? То мне скучно одному. Давай. Блин. Нас было. Направо, назад, назад. МД первый, назад, поверните, блин. Под крылом самолета о чем-то поет. Зеленое море, тайги. Принял, ожидайте там пока. Ковер, вы может чуть тогда восток. Да-да-да, вот FT3 где-то ловил. Продвиньте туда. Смотри, этот Фюрнгер. Thank you.
уже слышит, у меня два человека не едут. Это, командир. Да. Может, мы ТМРом тогда самолет полностью сядем всем? Так, вы дальний, что у вас там спросили? Напротив, какого было противника? БВ наблюдатель на Москву? БВ, который разведка докладывает. У них противник север. Ну, мы, короче, на мост ехали, поэтому на БВ тоже еще понимаем. Значит, надо на газах пересекать мост. Будет. РМ перед мостом остановиться? Да уже поздно. Сейчас надо всем проскакивать. БВ дальняя, которая разведка. БВ-1, мост, чист. А БВ-1 это кто? БВ-1 это разведка. А вы докладывали, что севернее вас противник? Противника больше не наблюдаю. Куда он делся? И был ли он? Поставьте метки, где его видели. Вы не перепутали противника с нашим десантом? Десанта не видели. Флаг на ДВ. Да. Как у вас там, тихо, да? Да, мы нормально проехали. Остальные, Мак, ты чё? Мак, вот что вы там встали? Давайте дальше, в следующий лес и оттуда на запад. На высадку общую, ребята, надо ехать. Принято, принято, принято. Дальше.
Мавр, ты там жив на той этой леталке, нет? Да. Чё, как там дела? Никого не видел? Это тайфун над нами. Там пол земли по мне стреляло, всякому не лень было. Бёрд ушёл западнее тайфуна. Я понял, тайфуны, вы не успели оценить, что за Little Bird, боевой или этот самый, или разведка? Ну, приказ спрятаться, а не наблюдать за ним. Я понял, понял, я не это... Казак! Связи. Западнее вас ушел Little Bird. И? Штаб-то тайфун Долбёрд пролетел севернее наших позиций и ушел на восток. Там должно быть стрелы, они должны отработать. У кого стрелы были? У сабов, а еще у кого? У вас мы находимся на севере. Вот сейчас не принял, кто мы и где находимся. И таги, у тагов бывает два. У вас стрела была. Все. Ну что, у вас там нету ничего, тишина? Кстати, а что за метка ЮА погиб? Не знаю, это что-то минометчики. А может, вроде это БПЛА ставит метки. Кто это? БПЛА ставит такие метки. А, штаб это БВ-1. Вся ли сторона переправилась? Мы можем двигаться дальше на восток? Так, ребята, все переправили? РМ, САБы. Little Bird убит. Делай. Квадрит. Кто это был за Little Bird, ты не понял? Так, ладно, из всей колонны есть не переправившиеся? РМ накрыла вертушка, походу, прилетел. Целиком всех? Сейчас разбираемся, подождите. Молодой? Ты и Рэды, они на ДВ, они вообще нормально приземлились? Нет, они приземлились, мягко говоря, ненормально, как всегда. Их не надо ждать. Молодой? Кто на ДВ? Кого вызываешь? Штаб на ДВ? Да, ответил. Кто ставит метки? ЮАФ-1, ЮАФ-2? Я не знаю, что это за метки сейчас. С подозрением, что это... может ставить только БПЛА? Я понял, но БПЛА нам теперь не страшен, потому что один из вертолетов сбили. Это сбили либо боевой, либо БПЛА. Карапуз сбили боевой. Все, я понял. Теперь БПЛА не может как бы ставить, в общем, выполнять цели указаний. Он теперь только разведка. Карапуз, говорит Феникс, мне высаживать парашютным способом или посадить их там у вас? Да уже я теперь не знаю, лучше это самое. Посади. Хорошо, я буду сажать. А БВ-1. Последний. Примерно над вами сейчас этот самый БПЛА. Попытайтесь его из стрелковки. Я так понимаю, все, начинаем. Кто мог переправиться, тот уже переправился. Давайте выдвигаемся в направлении этого самого. И не так.
Так, а кто-нибудь в курсе? 5 минут. Приближайся, по цели стрелялся. Да я уже вижу, все, уходи на ожидание. Таги, дальние. Так, ну давай. Так, если никого не было, то уже не будет. Все, снимайтесь и вслед за остальными силами давайте, основными. Так, РМ, вроде бы все живые, выстрел был с востока. Трейси вертолет. Вертолет этот уже сбит. Таги, вы приняли задачу? Да, приняли. Давайте, ждем. Грач, выполни посадку к югу за границей карты. Понял, ну все, сидишь. Все, говорит Феникс, посадку произвел. Феникс, ты ТМР сейчас в полном составе привез? Да, в полном составе привез. Понял, ТМР дальний. Верно, дальний. Ну, выдвигайтесь по лесам, маршрут более-менее свободный в направлении зоны. Вас понял, выдвигаемся. Так, штаб-то еще. Противника был, не боевой еще инкубер, да? Прикинь, короче, походу у меня два отделения десанта разбились. Да. Больше нет. А ты с какой высоты кинул? Значит, авиация у противника так кончилась. А там написано, что минимум 260 было. Не минимум, это рекомендуемо написано. Прыгал как бы со скриптом и со 150, и ничего. Так что мне кажется, тут скрипт набедокурил. Жалко парней очень, между прочим. Да, потом адвокату расскажешь, почему он разбился. Блин, какой же он медленный. У него еще звук дурацкий. Когда ку не жмешь, такой звук, как будто он в тундре звук, ну, двигатель заглох. Сейчас покрутись тут еще чуть-чуть, сейчас я залечу, будем парой летать. А еще стекла отсвечивают. Ни хера не вижу. Вижу Ан-2. Опускай, наверное, давай нам разложиться, где мы сейчас находимся. Не-не-не, ребята, эту вашу позицию спалил тогда Little Bird, который сейчас били. Так что давайте меняйте позицию. Я просил только меня высадить, а вы это самое. То есть сами по себе меняйте позицию. Делаю заход. Та-та-та-та-та-та. А, ясно. Ну, пошли искать Little Bird. К-1 сбили уже. Но самый крутой боевой, идее, да, сбили. Так, Тайфун, ковер. Точно ли? Просто у них все боевые. Все 3-1. Дальние. Один боевой, другой X, который был. Ну, смотрите, давайте от своей позиции отмечайте на север. С этими боевыми подвесами. Нет, он без подвеса. А, ну если он, который этот был, то возможность подвеса. Вам через поле не проходить. По лесам. Все по лесам. Блин, как же тут жутко скорость так. Смотришь, 120, 110. Блин, думаю, сейчас свалим не будет. Хотя знаешь, я на земле вижу парашют один. Я тоже видел. Один. Да, прием. Вам нужна помощь в контакте? О, два вижу. Пока численность контакта мы не установили. Пока нет. Пошли вулкан искать? Да. Ну, или Little Bird. Да над нашими будем летать, по-любому рано или поздно Little Bird появится.
охренительная скорость, что заснуть можно. Да я не говори, я вообще... Может, потом сядем на вражеский аэродром? Это само собой. Почему у меня левая часть отсвечивает очень сильно? Ни хера не вижу. Солнце. А правый не отсвечивает. Только здесь такая большая кабина, что я не вижу ни хрена. Мне надо слева смотреть, но я не могу, потому что мне его отсвечивает. Да, приборная панель вообще как бы все загораживает. Чёртова КБ Антонова. А как же Ан-126 Руслан? Это детали. ТМР дальний, Евген. Слушаю. Все, вижу твои маркеры, да, правильно. Старайтесь не выходить в поле, по лесам, по лесам. Ух, тоже избегайте. Фен, на связи. Давай поболтайся по возможности в районе аэропорта, вот, цели. Окей. Ну только высоту поднабери, высоту, понял? Не меньше. Ну да. Груша, ты уже поди не живой? Как тебе сказать, я за Фениксом летаю. А вы? Мы с троем летаем. Сталинский, сука. Летай. GPS, а то было бы непонятно, то ли на месте стоит, то ли лечу. Как говорится, говорилось в фильме, это «Цари неба», скорость такая, то что на лету можно выйти и поссать. Oh. То есть так можно выйти и суд приготовить. Ангары у них закрыты. Ой, по тебе стреляют. По мне? Чего? Да там со всего стреляют, там куча трассеров. Ой, по мне стреляют. Ой, как жутко, вулкан стреляет. Так, это полз 53-й, блин, в районе цели вулкан. Западнее получается тогда цели. На юг, юго-запад где-то так. В общем, я правильно понял, что между цели и аэродромом, да? Где-то. Так точно. Ох, смотри, там городок, вот западнее цели, там дым. ТМР, дальнее. Так. Не-не-не, с юга идет трассер такой характерный, это явно вулкан. Ну, будет противник, да, его надо отстреливать.
Куда там улетело, то есть потерял? Да, где-то, где-то миномета, вулкан сейчас поставлю. А, не достанет, миномет не достанет. Ну, все равно поставил метку на вулкан. Да, понял. А, так, таги, едете на метку, высадка общая, и дальше за всеми силами, вот наблюдай, как сейчас они продвигаются в сторону аэропорта, так принял. Таги. Просто смотрите, что же нет. На. Едешь на метку, высадка, опыта. Дальше на запад за всеми силами. Вот как они сейчас продвигаются, вы за ней. На запад или на восток? Восток отставить. На запад, да? На аэродроме обнаружил еще один страйкер в лесу. Поставил метку. Принял, спасибо, там. Ладно, миномет готов работать. Пойди меточки. Так, миномет, текущий свое обозначьте. И докуда достаете на восток? Пометьте, пожалуйста, каким-то оранжевым маркером. Сейчас просто поставлю. Феникс, где ты поставил вулкан, там страйкер явно делал, трассер страйкер, слишком редкий. И вулкан теперь по мне работает с аэродром. Феникс, блин, Феникс сбит, Феникс сбит. Да-да-да. Так, вулкан южнее, вопрос. Гораздо южнее, ну, по мне сейчас стреляет. Давим. Противник подходит с тыла, возможно, БМП одна захвачена. Тогда сдвиг по дальней, всем отделениям сдвиг по дальней. Третий тылы. Всем прием, это ваша БМД катается? Так, наверное, пометил, откуда максимально может быть. А, давай нас бить, давай нас бить, именно. Только сдвига, слышно? На сдвиге пол 103. Так, вон, да.
Так, РЭМ, САБы, ПВ-2. Кто у нас вообще живет? ПВ-2 целый, живет, господи. РЭМ и САБы, Тайфун. Оптика, жопу слушайте внимательно. Все РЭМы и САБы у нас тут еще. Так еще живы. Ну так-то понятно живы, вы в бой еще не вступали. ПР. Командир Маклин. ФС. Миномет Тайфуна. ПДВ. Смотрите, у вас там позиция как-то не очень. Я хотел бы, чтобы вы сдвинулись примерно на текущие позиции Тайфуна, ковер ФТ-1, чтобы вы могли накрывать сам аэродром, как кто-нибудь. Сдвинулись, хорошо. Да, прям это Тайфун, у нас близкий контакт, рандомщики, все такое. Так, миномет, ну тогда пока место отставим. Видно. Тут можно на юг, на край карты сместиться. А, еще раз. Можно в район 56-й отметочки. Где Шишига и у вас стоит. Там туда, вниз спуститься, да? Хорошо, сейчас смещаемся, да. МР на связи. Ответил. Так он себя обновил, уже будет задача. В районе текущих позиций РМов партизан красный. У них где-то там враг, надо им по возможности помочь. Сами с ним убиваем. Принял, выступаем в район врага. Казак, ты можешь продвигаться? Я смотрю, там он арсенал уже практически штурмует. У нас было столкновение с противником корабль с потерей половины пехоты. Мин где-то один к одному. Противник по перехвату где-то западнее от БМДшек. Что не скажу. Я могу продвигаться дальше. Я могу вернуться. Но торопиться некуда. Сейчас там эти таги пытаются, МР. Таги на точке спешили, сейчас двигаем на восток. Опять. Там таги чуть это самое. А, да, чуть южнее, вот где РМы там не отвечают. Приняли. Карапуз, что делать? К РМам подойти или двигать на восток, как ты изначально сказал? Это сейчас кто запрашивает? Это так, так. Видите, да, на восток только через позиции РМ. И аккуратно по это самое, по сторонам смотрите, там какие-то рандомщики еще могут быть. Через позиции РМ и дальше. Принято. Карапуз. Ну, в общем, я развернулся. Сейчас почешу немножко в сторону РЭМа, если те-то пойду снова в правильную сторону. Я понял, понял. Казах, смотри, но только будут подходить ТМР и таги, вы там друг друга не прощелкаете. Стараюсь так глубоко не углубляться. Уразик, УАЗик поехал в метр Тайфуна, в свой парень. Стоите, это миномет.
динамик. Не достаете до этого самого? Да, аэропорт. Это как сказать, крапус чуть-чуть. Ну ладно, ладно. Тогда пока не надо. Вот, в принципе, до крайних западных ангаров достаем. Вулкан на восток аэродрома, дистанция близко. Все. Земля.